Всем привет! Сегодня будет обзор моего заказа по самому классному предновогоднему каталогу Oriflame. Это 17-й каталог, это сказочный каталог, в котором много подарков, много интересного, скидок и мега-мега-мега много моих любимейших продуктов. Итак, мы с вами будем листать. И первое, с чего начинается каталог, это с туши 5 в 1. Лимитка, лимитированный выпуск, легендарная туши 5 в 1. Чем она отличается? У меня есть также тушь 5 в 1 в разных упаковках. Щеточка немного отличается от своих сверстниц туши 5 в 1. Мне кажется, она короче, также имеет больше изгиб. Пару дней назад сравнивала две вот эти туши. Красная дает больше эффект объема. Это дает же больше разделения. Про эту забыла сравнить. Отличие туши. В ней содержатся частички Black Star Pearls. Это 10 тысяч светоотражающих пигментов. Как это работает, конечно, на микроуровне. Кроме того, это тушь ухаживающая. Тушь делает 5 эффектов. Это объем, удлинение, изгиб, разделение и уход. А самое главное, помимо того, что делается визуальный эффект, это уход. И в этой туши содержится кокосовое масло, которое позволяет улучшать состояние ресничек, оно дает более быстрый рост, и ваша ресничка сама изнутри утолщается, то есть так идет увлажнение вашей реснички. И несмотря на то, что я наращиваю ресницы, мне мои мастера, уже несколько мастеров было, кто делал реснички, они все говорят: «Ирина, у тебя столько много своих маленьких ресничек», и они все время мучаются с тем, чтобы дорастить. Да, мне нравится эффект. Из-за того, что я часто крашу, сделаю смоки, макияж глаз, и требуется либо постоянно наклеивать накладные реснички, я делаю точно такой же свой эффект, но минус наращивания в туши в том, что вы еще 2-3 месяца их восстанавливаете, пока реснички отрастут, пока они сформируют свой изгиб. Но если вы верхние реснички наращиваете, то нижние у вас остаются не накрашенными, и чтобы это смотрелось гармонично, я каждый день прокрашиваю нижний ряд. Мне нравится, что этой тушью я могу хорошо их прокрасить. Буквально одно нанесение, есть и удлинение, и объем. С первого раза туши наши очень популярны, 5 в 1, их все знают. И, конечно же, когда вы прокрашиваете вверх, за счет вот этого изгиба, за счет вот этой вот формулы, ваши реснички прокручиваются и получаете классный эффект. Жене уже многих-многих лет стало традицией, что в 17-м каталоге будет супер цена, самая низкая цена года. Она будет стоить 199 рублей. Вы можете попробовать как новинку этой туши. И я скажу, она реально отличается, так же, как ее классическую версию. И, пожалуйста, я жду комментарии. Напишите, пробовали вы хотя бы один раз в жизни тушь 5 в 1 и ваши впечатления. Я знаю, что у многих она является любимкой. И даже те, кто пользуется дорогими люкс-брендами, и у блогеров, и вообще у женщин, кого спрашиваю, да, очень часто компания Oriflame ассоциируется именно с этой легендарной тушью. Легендарный аромат, а точнее его новую версию, это аромат Divine, один из самых продаваемых в компании Oriflame, это Divine Royal. Красивый флакон, напоминающий изгибы женского тела. Это великолепный, завораживающий, чувственный аромат для элегантной особы, перед которой не сможет не устоять ни один мужчина. Основной компонент, который отличает этот парфюм, цветок амаралиса. Он цветет исключительно зимой и переводится как «прекрасная дама»,
обнажённая дама. Ну, мне кажется, это такое, знаете, интересное сочетание. Мало того, что этот цветок, он произрастает в южноафриканских странах, даже есть в Австралии, а сейчас его культивировали и разводят его в качестве домашнего цветка. Это растение цветет всего лишь неделю. Это то, что я узнала. Конечно, очень интересно, много фактов есть об этом цветке. Кроме того, содержится сандал и мандарин. Цитрусовое, теплое, сандаловое звучание аромата. И, конечно, в компании Oriflame на него чудо-акция, чудо-цена. Всего 799 рублей. Обо всех новинках действующего каталога, прошлых каталогов, будущих каталогов вы можете почитать на сайте oriofis.ru. Это подробный обзор, состав компонентов, то есть чтобы посмотреть, закрепить, узнать о продукте новинки, формула которого уже остается неизменной на протяжении 40 лет. И я была в шоке, что эта формула с 1980 года. Но этот продукт немножечко изменяется, добавляются какие-то масла. Каждый продукт – это какое-то определенное масло, и чуть-чуть усиливается уход. И наверняка вы догадались, что это Tender Care. В принципе, как и упаковка, как и баночка, несмотря на то, что говорят некоторые, нам удобнее не ковырять пальчиком, кисточкой или что-то другое, да, у нас есть другие формы, другие продукты, это и в карандаше помада, но тем не менее 40 лет мы все видим вот эту великолепнейшую баночку. И это с маслом абрикосовой косточки. Нет, это не ароматизатор, который усиливает эффект. Этот продукт с пчелиным воском, витамином Е для сухой кожи и дополнительно сюда включено масло абрикосовой косточки. Как только не применяют этот продукт, наносят на кутикулу, на сухие участки, на кожу, на губы классика, на пяточки. Даже 10 назад услышала один из классных рецептов, это маска от морщинок. То есть очень плотным слоем вы наносите масочку, и через 10 минут вы промакиваете бумажной салфеточкой, тем самым убирая лишний крем, который не нужен. Это был как крем для век когда-то, но сейчас другие формулы, другие технологии. Во-первых, пройдемся по основным компонентам. Это, конечно же, пчелиный воск. Он направлен на смягчение и защиту. Второй компонент – это витамин Е, это защита от свободных радикалов. В-третьих, это масло абрикосовой косточки, одно из древнейших целебных масел, которые еще использовались в Тибете. Вот такая формула. Незаменимый, легендарный, любимый бочоночек. Масло абрикосовых косточек отлично ухаживает за тонкой, обезвоженной, сухой, дряблой кожей. Он наполняет ее и восстанавливает. Этот легендарный продукт в каталоге будет стоить всего 89 рублей. Я считаю, практически даром. Такой маленький, приятный подарок, который подойдет всем членам семьи. Уже несколько дней у меня дочка пытается отобрать этот бочонок, потому что все эти великолепные средства перекачивают в ее косметички. Она берет с собой в школу, она использует для губ. Ну а вы, если вы пробовали хотя бы один раз этот бочоночек, пожалуйста, напишите в комментариях. Конечно же, мы будем с вами делать подарки. И очень выгодное предложение, всего за 49 рублей. На каждую покупку за 500 рублей вы можете приобрести пакетик. Я себе взяла все красненькие, один синенький. Но, вы знаете, у нас в семье... Во всяком случае, супруг, да, дети, это не принято дарить подарки из Oriflame, потому что мы и так постоянно покупаем каждые 3 недели. Но учителям, тренеру, также знакомым я буду делать вот
такие вот подарочки. И в течение нескольких каталогов я собирала подарки, у меня отдельно есть коробочка, поэтому этот каталог у меня не будет такой, вау, надо делать много подарков, но тем не менее, если кто-то еще не успел, это отличный вариант для подарков. В каталоге очень много наборов, это парфюмированные спреи, это какие-то уже готовые в коробочках, классные, это легендарные ароматы, безумно нравится Джордани, возможно бы я подарила, если бы не то, что у нас есть этот аромат Джордани у супруга постоянно. Поэтому листайте, подбирайте для своих близких, всегда найдете. И далее у нас идет раздел декоративная косметика. Одна из любимейших – это стойкая минеральная тональная основа. Она всегда у меня есть про запас и будет стоить всего 599 рублей. Останавливающий бальзам для губ – 299 рублей. И он просто жизненно необходим для всех девушек, женщин, потому что если у вас не ухожены губы, если они у вас шелушатся, то макияж будет губ, но не очень. И никакая даже самая дорогая роскошная помада не спасет ситуацию, поэтому каждый день нужно пользоваться вот таким бальзамчиком. Также, как в следующем каталоге, у нас будет новиночка, вот такой вот бальзамчик, о нем чуть-чуть подробнее в конце видео. Мне кажется, у каждой девушки уже есть такие шариковые румяна. Также в этом каталоге рекомендую щеточку, очень удобно с собой брать. 30 тысяч ворсинок, мягкая, классная. Люблю ее с собой брать в дорогу, несмотря на то, что все остальные кисточки у меня очень дорогие, люкс бренда. Стоит всего 299 рублей. Всем-всем-всем рекомендую. Также один из хитов продаж – это бальзамчик для губ и лак для ногтей 199 рублей. Также внимание на гель-кондиционер для бровей и ресничек. Очень хороший. Всегда после наращивания я восстанавливаю свои реснички. Каждый вечер прокрашиваю для того, чтобы они как можно быстрее отросли, так же, как и брови. Этот набор стоит 740, но со скидкой сейчас 199 рублей. Классный, да? Со скидкой идет всевозможное количество помад. Любите ли вы глянцевый блеск, либо матовый, может быть, матовая помада муссы. У меня на губах оттенок пыльная роза, одна из моих любимых помад этой серии. Далее у нас идет страничка, где есть праймер под тени. Если у вас нет праймера, ни один консилер, тональная основа не заменит вам праймера. Держатся тени весь день, очень-очень крутой. Также, как и, например, вы не знаете или не пользуетесь тенями, какой же оттенок подойдет, рекомендую вам заказать вот эти два оттенка. Это классический оттенок. У меня сейчас выполнен макияж. Вот этот вот оттенок я делала в складку, так же, как у меня прошел марафон, это Tuning's Guar, и каждый день в складку я добавляла именно этот оттенок. То есть обязательно рекомендую рефиксатор, он у меня уже практически закончился. Это второй мой спрей за год. Если вы не активно краситесь, то этого спрея реально вам хватит на год. Основа матирующая, показывала макияж, у меня меня высыпало очень-очень сильно, и самая кроющая тональная основа это вот эта, она матирующая, 8 часов стойкости, так же как и мой любимый консилер, сейчас идет со скидкой. В макияже показывала и сравнивала два консилера, это Huda Beauty 2300, и он стоит 399 рублей. Это Oriflame, это Huda Beauty, но еще он чуть-чуть со временем еще скатывается. Вот черная пятница со скидкой 25% купила Huda Beauty для того, чтобы максимально скорректировать, чтобы максимально сделать коррекцию. Это более кроющий, более плотный, и минус его, что через время он скатывается. Его делать надо локационно, очень хорошо тушевать и, наверное, постоянно расправлять вот эти вот морщинки, которые все-таки скатываются. Мне понравился, но стоит 2300 и 399. Разница очень крутая.
жалею, что купила. Карандаши со скидкой 299 и тушь за 359. Если спрашивать рейтинг туши в Oriflame, то номер один это тушь Giordani с такой щеточкой. У меня всегда она есть, про запас безгранично люблю. А также, как и карандаши Giordani, это, видите, коричневый. А покупала другие оттенки с других линеек. Вообще не то. Это черный, уже второй карандаш. То же самое, рука тянется именно к черному Giordani. И в этот раз купила два оттенка, синий и коричневый. Вот так выглядят оттенки. Они очень круто тушуются и в то же время устойчивые, не размазываются, не растекаются. Пока они мягкие, вы можете с ними сделать тушевку, а потом уже они подсыхают и держатся весь день. Если вы девушка за 40 и у вас уже сильные морщинки под глазами, рекомендую вот такой жидкий консилер. Он более ухаживающий. Он увлажняет вашу кожу под веками, но он менее кроющий и в то же время он не подчеркивает. Он тончайшая текстура, тоже нравится. Если брать компактные пудры с собой, то я их вообще убрала, потому что компактная пудра, она все-таки она очень подчеркивает текстуру кожи, и поэтому у меня всегда про запас есть вот такие волшебные матирующие салфетки. Это просто чудо. Новинка, мультифункциональный бальзам AZ, SPF 25 и современные бальзамы. Это не только отличное увлажнение, питание, база под губы, также они делают небольшой объем вашим губам. Они сглаживают морщинки, и это отличное антивозрастное средство. То есть ваша кожа губ, она также, понятно, стареет, но при помощи ухаживающих бальзамов вы продлеваете молодость вашим губам. Содержит масло зародыша пшеницы, алоэ вера, для увлажнения, смягчения губ. Практически бесцветный оттенок. Как работает такая помада? Микросферы растительного происхождения заполняют морщинки, расширяются, разглаживают морщинки губ, наполняют, и ваши губы становятся более сочными, соблазнительными, и очень классная основа, база под любые помады, и обеспечивает 8 часов непрерывного увлажнения. Я обязательно рекомендую эту помаду, бальзам на губы, мне безумно-безумно понравилось. Очень крутая новинка следующего года, 2020. Из моих любимейших продуктов 2019 года был мультифункциональный крем AZ SPF 30. Безумно его любила. У меня все оттенки, я между собой миксовала, всегда практически брала в поездке. И в 2020 году у нас выпускается новинка AZ, но матирующий. Чем же он отличается, какие у него свойства? Исследования показали, что те, кто не пользуется декоративной косметикой, старение наступает раньше. И у некоторых даже с разницей в 10 лет. Активный компонент Skin Smooth Powder помогает абсорбировать кожное сало и делает поры менее заметными. Пигменты Skin Color Blend помогает сделать тон более ровным. Мне понравился этот продукт, он имеет какой-то светоотражающий фильтр, кожа становится более холеной, с подсветкой, но он не плотный. Если мы хотим эффекта плотности, то это все-таки матирующий крем, он круче перекрывает ваши неровности, и то, что сейчас случилось с моей кожей, это просто катастрофа, за несколько лет не было такого, и этот CC-крем, и этот мультифункциональный крем не справился. Мне нужно было добавить вот этот, но если бы буквально месяц назад я бы протестировала это средство, думаю, это был бы мой фаворит, так же, как и, наверное, 3 или 4 AZ у меня было в этом году. Какой же оттенок лучше подобрать?
Я вам показываю свои три крема AZ. Я их взяла все оттенки, потому что летом кожа более загорелая, осенью, весной, зимой она светлая. И в чате официальных обозревателей компании Oriflame у нас был задан такой вопрос. Практически все единогласно проголосовали, что слоновая кость — это самый ходовой оттенок. Поэтому вы можете смело взять слоновую кость и потом, в зависимости от состояния, от цвета вашей кожи, добавлять более темный пигмент, более светлый. Возьмите свою любимую, любую тональную основу более светлого или темного оттенка, добавьте капельку в тональную основу. Где мы проверяем? Мы проверяем на шее, чтобы у нас не было сильного перехода, и обязательно границы протушевываем тем же самым тональным кремом. Я не могу сделать однозначный вердикт именно вот этой многофункциональной основе AZ. Почему? Потому что, как говорила, у меня сейчас проблемы с кожей, я буду ее тестировать, и поэтому мне важны ваши комментарии, когда вы попробуете эту новиночку, расскажите, как она вам. Ну, а я думаю, что через несколько каталогов, когда я пролечу свою кожу, я уже расскажу, понравился мне этот продукт или, ну, так себе. Жду ваши комментарии, расскажите, нравится ли вам AZ, вот эта формула, которая у нас была. Переходим к следующему блоку. А мы переходим к разделу «Уход за волосами». В этом каталоге у меня много покупок. И прежде всего, это мой самый любимый шампунь и кондиционер для объема волос. Я протестировала все средства, которые у меня были. Также у меня есть шампунь для жирных волос. Я мою сначала шампунь для жирных волос прикорневую зону. После этого полностью промываю все волосы с шампунем для объема волос. И затем кондиционер. В этом каталоге приобрела себе два набора. Ну, вот таких вот перевернула. Шампунь у меня уходит гораздо быстрее. В среднем 2 шампуня и 1 кондиционер. Такой набор сейчас стоит 329 рублей. Ну, а для дочери шампунь, кондиционер, кокос. У нее очень сухие волосы. Она их моет один раз в неделю. Ей он подошел. Правда, она пользуется и моими шампунями, кондиционерами. И сейчас со скидкой 299 рублей шампунь, кондиционер. 2 наборчика для нее. Каждое применение примерно раз в 2 недели использую серию Элео. Это роскошь моим волосам. Волосы становятся более живыми. Мне нравится этот эффект. Но на постоянной основе они как-то утяжеляются, становятся более грязными. То есть вот они взяли один раз, да, полностью применение сделали, и все, примерно там через недельку уже их использую. Но очень-очень нравится. Не знаю, 100 500 уже шампуней и кондиционеров были из этой серии. Этот набор сейчас со скидкой 599 рублей. Также, как продукт, который у меня обязательно есть про запас, это питательное масло для секущихся кончиков. У меня также есть вот эта вот серия. Помыла голову и нанесла это масло, а у меня его нет. Очередная поездка, оставшееся масло я просто оставила и выкинула. И я не могу вообще после мытья волос без масел, иначе в мои волосы невозможно будет влезть. И благодаря вот этим маслам, этим шампуням, краскам я отрастила, ну, для меня это самая рекордная длина волос. Когда даже мне было 17-19 лет, у меня никогда таких длинных волос не было, как сейчас. И все благодаря вот этому уходу. Возможно, есть круче уход, возможно, есть круче компании какие-то. Я честно вам клянусь, у меня не было уже, не знаю, на около 10 лет никакого шампуня, кондиционера других. Ну, кроме того, если вот я вот в отель куда-то еду, и то, когда я еду в отель, я всегда беру шампунь, кондиционер, молоко и мед. Все остальное я пользуюсь дома только продукцией Oriflame. И благодаря этому я отрастила такие волосы, которые у меня рекордная длина волос. Да, возможно, я не совсем довольна укладочным средством, их мало. Я вам показывала, что я использую пудру для прикорневого объема. Это не Oriflame, а все остальное.
Это, например, если мне нужно сделать, накрутить волосы, использовать пенку, мне нравится больше всего вот это. Есть еще пенка для объема, мне она, ну так, пользуюсь, но хуже. И также, как больше всего нравится именно вот этот лак для волос, после того, как я накручу, я сбрызгиваю лаком. Как я делаю укладку в стиле Victoria's Secret, у меня есть отдельное видео, вы можете посмотреть, внизу оставлю ссылку. У нас также есть ночное масло, но оно мне как-то не зашло. Не то, что мне не понравился состав, а то, что я не привыкла использовать его на ночь. У меня ритуал, это через день примерно мою голову, это помыла голову, нанесла масло, но не на ночь. Хотя, в принципе, кто-то говорил, что это масло также используют после мытья головы. Вот, так что мои любимки. Плавненько переходим к разделу по уходу за лицом. И что в этом каталоге я себе взяла? Это вот такое вот очищающее средство для жирной кожи. Из всех очищающих средств это мое самое-самое любимое. Если даже есть все линейки NovAge очищающее средство, то я его использую только утром. А само снятие косметики у меня великолепно очищает. И тушь, и макияж, и тональную основу. Все очень-очень круто. Это именно серия Optimals со скидкой. Очищение тонизирования стоит 279 рублей. В этом каталоге скидка на обновляющий пилинг для лица NovAge. Вот он у меня есть, он мне понравился. Но, боже мой, я плачу. Почему в компании Oriflame убрали вот этот вот пилинг? Потому что рука у меня тянется именно за этим. Вообще, потрясающе работает. Если вы помните, любите этот продукт, пожалуйста, напишите в комментариях. Будем просить, чтобы вернули. Но более мягкий, более щадящий пилинг. Минус, почему мне пилинг не нравится, что он наносится за 20 минут. То есть вы нанесли 20 минут, после того, как вы очистили лицо, вы нанесли на 20 минут, вы ждете. А как правило, я пользуюсь вот этим вот пилингом прямо в душе, пока помыла голову, нанесла пилинг, он уже работает. Но для кожи полезнее, когда более тщательно альфа-гидрокислоты, салициловая кислота, она мягко отшелушивает и делает вашу кожу реально ухоженный вид. То есть и этот пилинг, он активирует работу клеток, они растут быстрее, процесс регенерации усиливается. На этой же страничке напиток Aqua Glow. И моя история его применения. Буквально каталог назад, в принципе, когда нам еще подарили на Пальме де Майорка этот напиток, я была воодушевлена, вау-вау, я его принимала, полностью упаковочку пропила. И вот вы знаете, потом, ну, закончилось, поездки, мероприятия, я перестала пить Aqua Glow, и дальше у моей мамы был день рождения, пошли вкусняшки, закрытие каталога, я съела чипсы, и все. И вот на моей коже стало вот это просто жесть. У меня такая кожа давно не была. Я, когда делала макияж, я рассказывала эту историю. Это просто трэш, это просто кошмар. Потом была поездка вот в Нижний Новгород, чемпионат по танцам у дочери. Естественно, я с собой не брала. И вот я понимаю, что все то, что я делала в комплексе вместе с Aqua Glow, была кожа никак... Я даже не знаю, там лет 5 уже точно такой крутой кожи у меня не было. И сейчас я убрала все, вот то, что неправильное питание, стала опять есть сахар, вкусняшечки, пироженки, и бабах, эта кожа просто трэш, это просто ужаснейшая кожа. И у нас был вчера обзор, и вчера у нас был парад успеха. Одна из девушек рассказывала партнеров, что у нее была ужаснейшая кожа. И когда она начала пить нашу омегу Wellness Pack, то за 2 недели ее кожа преобразилась. Она говорит, у меня никогда такая кожа классная не была. И я вспоминаю, что когда у меня была самая крутейшая кожа, дополнительно я там проходила профилактический курс лечения, и у меня прям в этой баночке были Wellness Pack, ну, туда поставлены. Я ни одного дня не пропускала. Когда у меня командировки, поездки, мероприятия, я забила на Wellness Pack, он у меня лежит. И даже если я с собой взяла вот эти вот поездки, кафешки, ну, я не люблю в кафешках раскрывать и пить. У меня это ритуал, у меня эта коробочка лежит дома, как-то все, да.
И поэтому сейчас буду восстанавливать свою кожу. Это прежде всего Wellness, Wellness Aqua Glow. Сейчас полностью пропью курс, несмотря на то, что у нас сейчас будет поездка в Москву. Перед Новым годом мне нужно восстановить кожу. Как нашу кожу влияет антиоксидант астаксантин. Это крутейший, у меня всегда он про запас, и мне моя подружка постоянно звонит и говорит: Ирина, у тебя остался какой-нибудь вирус, какие-то воспаления, очень круто работает. То есть если идет вирус, вы просто выпиваете дополнительно 2 астаксантина, и это круче, чем, ну, это как антибиотик, то есть все проходит, но это натуральное, понимаете. И она все время, я говорю, нет, а то нет, а у меня у самой постоянно вскрытые коробочки, они у меня здесь лежат, у меня на кухне, и поэтому сейчас по акции 25% скидка. Я обязательно рекомендую вам их приобрести. Сейчас он стоит 1429 рублей. Причем подруга рассказывала такую историю, что они сделали прививки против гриппа, и обе слегли с дичайшими осложнениями после этих прививок. И говорит, очень круто работает вот это, да, у них закончился, говорит, я помню, говорит, и вот так вот бегала, говорит, дай мне, я говорю, у меня только wellness pack есть, вот, а она, конечно, и ребенку себе его брала, пропивала. В каждом каталоге у нас есть акция на комплексный уход серии Novage за лицом, и сейчас идет в подарочной красивой упаковке. Также, как сейчас идет акция, вы можете за 99 рублей приобрести комплект, протестировать все 5 средств, и для меня это один из важнейших, как раз, ох, понимаете, я покупала это даже по 250 рублей, и сейчас купила 3, по-моему, штуки. Во-первых, я девочка, это для девочек, кому за 40, во-вторых, этот комплект очень удобно брать в дорогу, очень удобно, комфортно, вот, и это великолепный подарок. За 99 рублей вы можете подарить, и ваша знакомая, мама, родственница протестирует всю серию. У меня есть все наборы, которые я обязательно покупаю, и по возрасту, например, 20+, 30+, есть Novage для мужчины, у меня всегда есть. По цене чашечки кофе даже меньше, 99 рублей. С 50% скидкой приобрела себе сыворотку Novage, она у меня уже закончилась, покупаю уже второй раз. Ну а вы что для себя или для своих близких заказали в этом каталоге по уходу за лицом? Пишите в комментариях. Ну и у нас остался блог по уходу за телом. Часто беру дезодоранты, у мужа всегда это в основном классика Giordani Gold, ему нравится. Мне нравится Giordani Gold Essenza, безумно люблю. 10 тысяч сотен флаконов у нас было. Также заказала зубную пасту. Знаете, всегда она у меня есть про запас, но... Собираясь сейчас в дорогу, я поняла, что у меня паста зубная закончилась. У меня паника. Как у меня закончилась зубная паста? У меня всегда есть. Поэтому в этот раз, чтобы не мелочиться, заказала несколько. Любимые средства для мытья рук. Это Essence Go. Безумно люблю. Да, дороговато, но оно того стоит. Роскошный запах, мягкие ручки. И их нужно беречь. Так же, как мне нравится молоко и мед. Ну и последняя, это новиночка каталога, это пена для ванн, просто умопомрачительным запахом Нового года, корицы. Ой, как я хочу ванну, срочно нужно бежать. В завершение покажу вам новиночку, это крем по уходу за руками, новинка 2020 года, в первом каталоге будет. Этот крем с кокосом и маслом пачули, который обладает еще и лифтинг-эффектом. Этот крем для сухой кожи рук. И как раз-таки в этот сезон, в зимнее время, нужно максимально ухаживать за нашими ручками, восстанавливать кожу. Приятный запах кокосика. В этом каталоге также множество разных акций, например, гели для душа 99 рублей, полистайте, шампуньки, гели, все вы найдете на страницах каталога. Также, как я не буду рассказывать про аксессуары, один из них вы можете видеть на мне, премьера твоей индивидуальности. Это мой комплект, мое ожерелье, даже интуитивно я сделала себе маникюр,
предновогодний, как раз-таки в такой тематике. Нравился, здесь идет искусственный жемчуг, но натуральный камень, гематит. Гематит использовали еще в древней античности для украшения ювелирных изделий. В Тибете верили в мистическую силу этого камня, оберегающего женщин от негативных событий. Мне очень нравится этот комплект, и можно серьги носить отдельно, так же, как и чокер в дуэте, а вам как это украшение. И еще одно ювелирное украшение с натуральным камнем обсиданом. Мистический и таинственный камень обсидан подчеркивает индивидуальность и изысканность вкуса и вошел в моду еще в 19 веке благодаря творением Карла Фаберже. А вам как это украшение? Жду ваши комментарии. Ну а я завершаю свой видеообзор, и в следующем году я вам желаю, чтобы произошло то самое важное чудо, о котором вы так долго мечтали. Будьте счастливы! До новых встреч!